Здравствуйте, друзья! Сегодня я подготовила для вас послание ангелов. Поздравляю вас с Благовещением! Пусть благие вести наполняют ваш ум, сердце, дом, душу, всю вашу жизнь. Пусть добрые чудеса случаются с помощью ангелов и светлых сил. Призывайте своих добрых, светлых помощников на помощь, ведь они помогают только когда мы просим, помня о нашей свободе воли. Что моя прекрасная аудитория, мои слушатели YouTube-канала должны знать сегодня для счастья? Вы проницательный ясновидец. Верьте тому, что вы видите в вашем воображении, так же, как вы верите вашим глазам. Ваше духовное видение поможет вам с исцелением, обучением и наставничеством. Это послание ангелов для каждого из вас, мои хорошие. Это послание поможет вам исцелить вашу жизнь. Карта «Ответ на вопрос. Какая благая весть придет в жизнь каждого из моей аудитории в апреле?» Доверьтесь своим идеям. Вам в голову пришла замечательная идея, как ответ на ваши молитвы. Эта мысль реальна и заслуживает доверия. Вы можете чувствовать себя в безопасности, реализуя свою идею и зная, что мы следим за каждым вашим шагом. Просите о помощи во всем, что касается осуществления ваших планов, и будьте готовы принять нашу помощь. Мои хорошие, верьте своим идеям, а не ответы на ваши молитвы. Не беспокойтесь о деталях, потому что они сами позаботятся о себе, пока вы будете двигаться вперед. Двигайтесь вперед, дерзайте, начинайте. Ваши идеи вдохновляют вас и вдохновлены Богом. Не бойтесь перемен, вы в безопасности. Верьте в видение, которое вы видите в мечтах, и верьте в знаки, которые вы видите в реальности. Верьте тому, что видите. Вы можете обратиться к ангелам за помощью, попросив открыть ясновидение. Вы можете обратиться в уединении, в молитве или в медитации к Архангелу Разиэлю. Архангел Разиэль, вызываю к тебе, прошу тебя, окружи меня высокими и чистыми вибрациями божественной любви, чтобы исцелить и освободить мои старые страхи, связанные с моим духовным зрением. Будьте счастливы, дорогие. Всего доброго.